Всем привет, друзья! С вами Герман Пермяков. Вы смотрите инвестиционно-обучающий канал Redline TV. Сегодня хочу поговорить о неприятных моментах, такие как скамы или же неудачные сделки. Неудачное инвестирование, да, или факапы, как называют. Но факапы — это немножко другая ситуация, когда вы делаете какой-то стартап и у вас он не пошел. А скам — это просто когда вы проинвестировали, а админ сбежал. Да, ну, у нас есть здесь хайперская аудитория, которая нас смотрит, не только венчурная, да, не, поэтому я вам скажу, предложу сегодня следующее. Итак, сегодня у нас ноябрь месяц, запись данного ролика идет в ноябре, и я вам скажу, что многие хайп-инвесторы, те, которые уже не первый год инвестируют, знают, что идет новогодний период, и в новогодний период лучше не инвестировать, потому что большинство людей пытается выводить деньги, чтобы себе накрыть стол. Я об этом говорил в прошлом году, наверное, сейчас где-то здесь будет врезка, что я предлагал в прошлом году по поводу Нового года. Но я вам скажу так, большинство из вас, я уверен, наверное, да, имеют горький опыт скамов. Я вам предлагаю сегодня, у меня уникальное предложение, это предложение у тех, у кого есть скам. Я предлагаю вам работать, вернуть ваши деньги. Как я это предлагаю делать? Предлагаю делать через систему Stop Scam, которая называется, которая работает в суперкопилке. Давайте посмотрим, как она работает, и я вам дам чуть позже свои комментарии. Поехали. Конкурс «Протяни руку помощи». Поможем вернуть потери в других проектах с помощью суперкопилки. Те из вас, кто разобрался в механике работы суперкопилки, следит за новостями и активно участвует в жизни сообщества, знают, что улучшение финансового положения не единственное, что можно получить от участия в сообществе. Суперкопилка помогает узнать больше о грамотном инвестировании, планировании своих финансов и даже возместить потери, понесенные в сторонних проектах. Программа Stop Scam. Многие из вас наверняка слышали о программе возмещения убытков Stop Scam, запущенной суперкопилкой в сентябре 2017 года совместно с блогом BlogVestorBiz. Эта программа позволяет партнерам блогера получить от нашего сообщества 100% компенсации потерь, которые они понесли в любых соскамившихся интернет-проектах. По условиям программы Stop Scam партнеры блогеров могут получить от суперкопилки 100% компенсации потерь в любом закрывшемся инвестиционном проекте в виде промокода с бонусом ко вкладу 20%. Сумма такого бонуса будет равняться потерям в скаме. Конкурс для партнеров. Со временем все больше и больше активных партнеров стали обращаться к нам, интересуясь возможностью получения возмещения в рамках программы Stop Scam для своих приглашенных участников, состоящих в партнерской структуре. Благодаря активности этих партнеров, их верным действиям, отправке обращений в обратную связь, стало очевидно, что многие партнеры готовы использовать программу Stop Scam в работе как с новыми, так и уже состоящими в их команде участниками. Поэтому администрацией суперкопилки было принято решение запустить долгосрочный конкурс среди активных партнеров, который будет длиться целых 3 месяца. На это время этого соревнования партнеры имеют возможность подать заявку для получения промокода Stop Scam для участников своей команды, как новых, так и тех, кто уже давно в суперкопилке. Условия конкурса. Конкурс будет проводиться в 3 этапа. Первый этап – с 10 ноября по 30 ноября 2018 года. Второй этап – с 1 декабря по 31 декабря 2018 года. Третий этап – с 1 января по 31 января 2019 года.
По итогам каждого конкурсного месяца активным партнерам, которые подали заявки на получение промокодов для новых участников своей команды, будут выплачиваться призовые бонусы. Обратите внимание, в конкурсе будут учитываться только заявки для новых участников, которые зарегистрировались, сделали пополнение и создали программу с использованием промокода STOPSCAM в конкурсный период. Другие заявки для участников, которые зарегистрировались ранее, будут выплачиваться, но не учитываться в конкурсе. Главные призы. 5 лидеров-партнеров, чьи новые приглашенные все вместе создадут программы с использованием промокодов STOPSCAM на наибольшие суммы, получат дополнительные партнерские начисления в размере 3%. Например, все ваши новички создали программы с использованием конкурсного промокода на общую сумму 5000 ТЭТ. Вы получили 500 ТЭТ, 10%, в качестве партнерского бонуса и вошли в пятерку лидеров в месяц конкурса «Протяни руку помощи». Вам будет начислено еще 150 ТЭТ, 3%. Гарантированные призы. Для остальных партнеров конкурса дополнительные партнерские начисления составят 1%. Конкурсные промокоды. Промокоды возмещения потерь для новых участников. Бонус ко вкладу 20%. Размер бонуса равен сумме потерь в скаме, которые участник может подтвердить скриншотами и другими материалами. Условия использования. Для создания программы «Рантье», «Цели» и «Депозиты» сроком 20 недель и более. Срок действия 26 недель с момента начисления в личный кабинет. Не передается другим участникам проекта. Итоги конкурса. Конкурс продлится ровно 3 месяца с момента запуска. Подведение итогов и выплата призов участникам конкурса будет осуществляться в течение недели после завершения каждого этапа конкурса. По завершении третьего этапа конкурса будут подведены общие итоги. В случае, если практика выдачи промокодов STOPSCAM по заявкам от партнеров покажет хорошие результаты, администрация может рассмотреть возможность внедрения этого инструмента в работу сообщества на постоянной основе. Все будет зависеть только от вашей активности. Осень и новогодняя пора – сезон скамопада. Приглашайте в суперкопилку, рассказывайте о возможности возместить любые потери, которые понесли люди в закрывшихся хайпах. Делитесь своим опытом участия, работайте со своими приглашенными, расширяйте свою партнерскую структуру. Обязательно воспользуйтесь этим шансом. Как получить промокод для своего приглашенного? Быть активным партнером, то есть участником партнерской программы суперкопилки и работать по стратегии пассивного дохода, также известной как закольцовка. То, что партнер строит закольцовку, является наиболее наглядным аргументом того, что он разобрался в механизме работы суперкопилки и полностью нам доверяет, а значит и мы можем довериться ему, дав возможность использовать промокоды STOPSCAM в работе с приглашенными. Заполнить форму заявки на возмещение потерь по программе STOPSCAM для активных партнеров, размещенной в данной статье ниже. Предоставим доказательства потерь. Так же, как и блогерам, сотрудничающим с суперкопилкой в рамках программы STOPSCAM, активным партнерам, желающим оставить заявку на возмещение для своего приглашенного, потребуется проверить и предъявить нам доказательства понесенных потерь. Качественные скриншоты или видеозапись экрана, где будут видны транзакции пополнений из электронных кошельков и личного кабинета проекта, прекративших свою работу. Указать название проекта и логин или почту в закрывшемся скаме того участника, кто претендует на получение возмещения. По каждой заявке будут детально изучаться материалы, которые являются фактами и доказательством, что участник действительно потерял в одном из проектов. Чем качественнее будут эти материалы, тем больше вероятность, что заявка будет одобрена. Важно! Попытка подтасовки данных о сумме потерь и любые другие махинации при подаче заявок на возмещение будут пресечены.
Партнеров, которые будут уличены в жульничестве, в качестве первой меры ожидает штраф, равный сумме полученных партнерских бонусов от вклада по программам, созданным с использованием промокодов StopScam. Просим всех участников ответственно подойти к проверке материалов, подтверждающих сумму потерь ваших нижестоящих партнеров скама. Регистрация суперкопилки. Участник, претендующий на получение возмещения, обязательно должен быть зарегистрирован в суперкопилке на момент подачи заявки. В заявке следует указать почту участника, на которую зарегистрирован личный кабинет, а также логин этого участника. Лично приглашенные партнеры. Партнер может заполнить заявку на получение промокода только для своих приглашенных, состоящих в первой линии. Если заявку заполняет руководитель консалтингового центра, то участник, претендующий на возмещение потерь, должен находиться в его подразделении. Еще раз отметим, что возможность предложить вашим новичкам возмещение потерь в любом скам-проекте – это невероятно мощный инструмент для приглашения и работы с вашей командой приглашенных. Станет ли он действовать в суперкопилке на постоянной основе или останется доступным только в рамках данного конкурса, зависит только от вас. Пока хайпы закрываются один за другим, суперкопилка развивается и демонстрирует, что грамотный маркетинг – основа стабильности. Итак, коллеги, по StopScam понятно, да? То есть сейчас мы имеем что? То есть кто хочет вернуть свои деньги, вы должны будете доказать, что вы потеряли деньги в каком-то определенном проекте. Естественно, вы должны будете сделать скриншоты или видеошоты. Кстати, кто потерял в Кэшбэре, для тех это тоже касается. Внимание, Кэшбэре, вы имеете возможность вернуть свои деньги. Поэтому, кто потерял в Кэшбэре, обязательно пишите, и я вам скажу, как вернуть свои деньги. В данном случае вы должны будете зарегистрироваться в суперкопилке по моей ссылке и предоставить доказательства ваших потерь в том или ином проекте. Говорю сразу, что подтасовка доказательств будет выявляться. Выявляться не мной, а компанией, и вас будут банить. Поэтому мудрить здесь не советую. Вот. И, естественно, регистрируйтесь в кабинете. Конечно же, нужен будет какой-то депозит. Он, конечно же, нужен будет, потому что с нуля вам ноль никто не заплатит. Естественно, вы должны будете завести какие-то определенные средства. Вам просто добавят сверху средства, потерянные средства, которые вы потеряли в том или ином проекте. То есть, если вы потеряли там $150, $200, вам добавят $200 в личный кабинет к вашему депозиту, который вы заведете. И еще что я скажу, что, в общем-то, эти деньги, они, как бы, вы вернете не ранее, чем через полгода. То есть, вас эти деньги, понятно, что ничего простого не бывает, просто так деньги не падают, но тем не менее, через полгода вы вернете эти деньги. Или можете просто оставить в Кэшбэре, да, или где-то там в определенных других проектах. То есть, в данном случае система работает так, что она вам вернет ваши деньги, ваш депозит и вашу потерю в том или ином проекте, где вы потеряли. Поэтому внимательно подумайте, обращайтесь ко мне, контакты все есть внизу в шоу-нотах, регистрируйтесь в суперкопилке, и я вас проконсультирую. Все, для тех, кто просто нас смотрит, наблюдает и бездействует, 1717, сегодняшний пароль, пишите и получайте свои Азовкоины. Смотрите радио, слушайте радио «Азовская столица» и смотрите Азов Capital TV в Инстаграме. Все, всем пока.